Пока на улице зима, дорога выглядит вполне нормальной и проходимой. Но это пока. Проблемы жильцов, которые подтолкнули их к участию в программе поддержки местных инициатив, начинаются как раз в межсезонье. Уже проблема наболевшая настолько, что более 15 лет здесь нет дороги, когда межсезонье, дождь, слякоть, вообще невозможно ездить, дети не могут ходить, с колясками невозможно пройти. Уже настолько жители нашей улицы устали от такой дороги, и мы очень надеемся на то, что нас услышат, нас увидят, мы сможем поучаствовать и выиграть в этом конкурсе и добиться решения этой проблемы. Видя положительный пример участников прошлых лет, жители улицы Рубиновой решили принять участие в ППМИ-2021. Провели предварительное и итоговое собрание. С учетом того, что домов на улице не так много, вклад по одному из обязательных пунктов программы будет весомый. Мы готовы участвовать в софинансировании данного проекта, потому что, ну, по-другому никак не получится. Мы в любом случае готовы, потому что, ну, прежде всего, это наша задача, и прежде всего, это наша проблема. И мы хотим ее решить. И поэтому мы готовы участвовать в софинансировании и готовы на такие финансовые затраты. По предварительным подсчетам, каждой семье придется выложить по 20 тысяч рублей, а общая смета проекта – более 1 миллиона рублей. Этой суммы хватит на полное асфальтирование пролегающей вдоль их домов дороги. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.